В 19 лет во время срочной службы я обслуживал вертолетную площадку «Кубок-1» в составе оперативной группы ВВС. Тогда я был государству нужен, а сейчас я для государства превратился в пушечное мясо. Я много лет болею, и за эти годы врачи что только со мной не творили. Когда я задыхался от астмы, они фальсифицировали диагнозы и писали, что я здоров. А я задыхался до такой степени, что в конце концов попал в Москве в реанимацию. Я в Ярославской области не прошел ни одного обследования, хотя врачи обязаны были обследовать меня каждый год. О том, что у меня остеопороз в тяжелой форме, я узнал только в 43 года. Вылечить в ярославских больницах бесплатно невозможно ничего. Врачи постоянно требуют взятки, требуют что-то оплатить. Больницы Ярославской области превращены в свинарники, в которых невозможно лечиться. Мне много лет не давали даже говорить, что у меня болит. А когда клали в палату, залитую канализацией, когда я не мог говорить, ходили и смеялись. Я много раз обращался в департамент здравоохранения. На все мои обращения я получил отписки. Чиновникам не стыдно писать инвалиду-чернобыльцу отписки о том, что я здоров. Писали о том, что я не нуждаюсь в лечении, даже тогда, когда я лежал в Москве в реанимации. Значит, сейчас я остался даже без грошовой пенсии, потому что главный врач моей Даниловской ЦРБ Карбаинов заявил мне, что я здоров как лошадь, но мне надо пахать, а все свои диагнозы я купил у московских врачей за взятки. Так вот, я сейчас обращаюсь к губернатору Ярославской области Ястребову. Наведите наконец-то в медицине Ярославской области порядок. Лечиться стало невозможно нигде. И над людьми издеваются, не только надо мной.